несколько городов, соединенных дорогами с односторонним и двусторонним движением. Ну, то есть некоторые дороги с односторонним движением, некоторые с двусторонним. Известно, что из любого города в любой другой можно проехать ровно одним путем, не проходящим два раза через один и тот же город. Докажите, что города можно покрасить в три цвета так, чтобы ни одна дорога не соединяла два города одного цвета. Ну, сначала давайте я все-таки объясню, а вообще бывает такое или нет. Вот представьте себе, идут вот так вот дороги. Правда, что тогда из любого города в любой другой идет единственный путь? Ну, кроме того, зацикливаться нельзя, а вот так, в принципе, из любого любой единственный путь. Более того, я могу даже сделать так. Представьте себе, дорога с двусторонним движением. Тоже все замечательно. Или я могу вот сюда пририсовать еще такую штуку. Вы согласны, что в этом графе из любого города в любой можно попасть единственным способом? Да? Замечательно. Теперь вопрос. Как раскрасить в три цвета? Ну, понятно как. Вот здесь вот один, два. Вот здесь нельзя писать один, поэтому напишем три. Здесь один, два. Здесь нельзя писать три. Можно писать. Можно написать один. Ну и здесь, например, два. Это не единственная расстановка, но, во всяком случае, эта расстановка правильная. Согласны? Отлично. Докажите, пожалуйста, что так всегда. В стране несколько городов, соединенных дорогами, на некоторых из них одностороннее, а на некоторых двустороннее движение. Известно, что из каждого города в каждый другой можно проехать ровно одним путем, не проходящим дважды через один и тот же город. Докажите, что страну можно разделить на три цвета, так, ну, города покрасить, каждый город каким-то одним цветом, чтобы ни одна дорога не соединяла города одного цвета. Наш граф состоит из циклов, которые могут быть склеены. Да? Отлично. А теперь это надо превратить в математическое решение. Ну, смотрите, это философская такая идея, надо превратить в решение. Да. Если я рассмотрю путь из А в Б, а потом из Б в А, то у меня получится цикл, возможно, с несколькими двойными ребрами. Если я рассмотрю путь из А в С и из С в А, то этот путь не может пересекать цикл, который я получил, потому что иначе будет двойной, два пути. И поэтому это будет тоже какой-то цикл, соединенный с А несколькими двойными ребрами и соединенный с С тоже несколькими двойными ребрами. Несколько может быть равно нулю. Ну хорошо, но как это... Еще раз, мне нужно строгое решение, совсем строгое. Ну, поэтому... Что такое поэтому? Давайте я зачитаю решение просто. Пусть внутри страны, пока еще не раскрашены, возникла автономная область, состоящая из одного города. Понимаете ли вы, что эту область можно раскрасить в три цвета? Ну, на самом деле, даже в один цвет. Понимаете ли вы, что она удовлетворяет условию задачи? Область из одного города. Там из любого города, в любой, то есть, можно пройти единственным путем, не надо никуда ходить, да? Замечательно. Будем теперь добавлять города с сохранением двух условий. Каких двух условий? Что можно раскрасить в три цвета. И второе. Что если все остальные города брать, то по-прежнему из каждого города можно будет пройти в каждый другой. Понятно, о чем речь? Замечательно. Итак, пусть мы уже что-то такое сделали и при этом в три цвета раскрасили. Вот какой-то кусок. Есть какой-то город, который мы еще не добавили. Так? Замечательно. Что мы с ним будем делать? Рассмотрим какой-нибудь город, вот из этих, и пусть из него ведет дорога. Вот это пусть будет город X,
Вот это пусть будет город Ифник. Вот раньше у нас эта страна была вся, значит, что-то хорошая, и вся раскрашена в три цвета. Пусть отсюда выходит какая-то дорога в какой-то другой город. Тогда мы попали в город Игрек. Существует путь, который из Игрек ведет в Икс. Причем этот путь единственный. Один из вариантов состоит в том, что он путь вот такой. Если картинка такая, то ситуация абсолютно понятная. Потому что цикл в три цвета раскрашивается, и условия задачи для этих городов, конечно, выполнены. Теперь вопрос. А представьте себе, что путь устроен хитрее. И, например, вот он вот идет, и каким-нибудь образом он попадает вот сюда. То есть он заканчивается не в городе X. Как вы считаете, это может быть или нет? Нет. Почему? Потому что в этот город можно попасть вот так, но при этом существовал способ попасть в этот город и не выходя во внешний область. Таким образом, у нас есть два способа. Один с выходом во внешнюю область, а другой без выхода во внешнюю область. Значит, такая ситуация невозможна. И значит, на самом деле замкнется наш путь там, где X. Так, если там будут какие-то дороги, которые в две стороны, это страшно или не страшно? Может здесь вот взять и оказаться вот такой, такая штука? Нет, потому что да, вот тот, который справа поворот, да. Стрелки, у него влево, может поэтому я способен. Значит, смотрите, значит, можно отсюда. Нет, из другого. Отсюда, да? Да. Можно отсюда попасть вот так, да. А можно попасть так. Такое невозможно. Значит, если такой цикл добавляется, то он должен добавляться так. Замечательно. Ну или, в принципе, конечно, мы могли сразу пойти и сразу вернуться. Да. Так, хорошо.